И все, привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и куча подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Все просили, чтобы мы записали прятки, картов на всем. Димончик нас первый ищет, если пьете, кушайте, приятного аппетита. Музей с аниматрониками? Ну так, небольшой. Да нифига себе, ты тут наставил куча всего. Даже Вичи... Не, ну этого ты челика маленького не ставил, это кто-то заныкался, ладно. Просто хочу показать, Димон запарился опять. 10 тысяч штук поставить. Ну вот надо, что... надо. Ого, и марионетку посадил на жопу. И все так делают, и я. Блин, Димон, я все, где хочу запрятаться, уже какая-то рёжа маленькая сидит. Собачья. Это очень странно, но и при этом очень интересно. Так, мне говорили, чтобы я там за спрингтрапушку поиграл. Сейчас. Так, спрингтруп. Да, надо его только найти, я не могу. Я нашел нычку. Во. Спрингтрупушка. Не, не нашел. Это голимая нычка. Сейчас, ребята, лучше найду. Сейчас Димончик будет меня искать так долго, что даже я не смогу потом себя найти, если он меня не найдет. Это ладно, 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 обманул, такого не будет. Че ты палишься, какашка? Я тебя вижу. Давай прячься нормально, я тебя уже спалишь, и ты там будешь прятаться. О, все, губка. Я запрятался. Потихонечку прибавляется, прибавляется. Нифига себе, сколько зашло. Ну, 8 слотов из 8. Нет, 7 человек из 8. Ну блин, ну что ты? А, ну ладно, сейчас 8. Ну сейчас зайдем, да. Мы, ребята, решили такие глобальные прятки делать уже. Как так, и обещали, да. На 8 слотов, все сходится. Да, все. Комп у меня сейчас стал помощнее, получше, так сказать. Димон, поэтому... а может попробуем 16? 16? Надо карту тогда какую-нибудь здоровую, правильно? Так, если ребята поставят лайки, мы сделаем на 16 слотов. Добавляйтесь в Дискорд наш. И будем вместе записывать. Но надо для этого очень много людей. Ссылочка, ребята, на Дискорд вы знаете где? В описании. И у Димаса, и у меня на канале в описании есть ссылочка. Димас, смотри, какой Фредди красивый. Это фасткоинсы, который просит? Да. Да, прикольно. Это мне больше нравится. Прикольно, да? Ну как будто маляр, Дима, знаешь, сейчас пришел. Вам не надо обои поклеить? Я высшего уровня поклейщик обоев. Я могу даже обои задом наперек подклеить. Или даже вверх ногами. Кого ты нашел? Мочи его, Димончик. Ну-ну-ну, что-то я не вижу кишки. О, сразу двоих, Димас, представляешь? Ты убил их? Сразу двоих, да, сожрал. У меня просто надписи нет, потому что за люстру не видно надписи. Да, прикольно. Тут смотрите, какие, ребят, фантомов я поставил. Кстати, прикольно. Странно, у них глаза светятся в темноте. Хотя это просто статуи. Ну, они такие немножко живые, это же фантомы. Все, понял. Так, губушка, ты что тут уронил, а? Мочи его. Один убегает, засранец, иди сюда. Догоняй. А я его потерял. Вон я его вижу, он убежал. Сзади, 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 Димон. Сзади? Так, пацаны, помогайте. Гармошечник. Гармошка пришла, помогает мне. Так, на кухне чисто, красиво и убрано. Самое главное. Так, я не могу найти Димаса. Димас, ты какой-то читерный. Нет. А, наверху есть еще, кстати, штука. Нет. Дрюка. Я потом туда схожу. Так, здесь, кстати, куча всего развалено. Куча аниматроников уже ищут нас. Ищут, ищут, 100%. Так, прикольно, так, 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 лазит, лазит. Блин, Димас, ты как-то спрятался очень по-хитрому. Ну конечно, вот. Ты же знаешь, что я всегда использую вроде читы, а вроде нет. Вроде хитрый, а вроде чуть-чуть. Ну, я думаю, что все получится. А как? Где ты прячешься? Я тебе не могу сказать. Туалетные бумаги, что ли? Да. Нету? У тебя в туалетной бумаге. Димон, я и есть туалетная бумага. Блин, да? Серьезно? Сейчас мы покушаем. Блин, взрослые пацаны на такую фигню ведешься. Давай, давай, ищи дальше. Так, скрипит, скрипит. О, еще одна пасхалка, ребята, смотрите. Да чё их так много? Лицезрейте, народ. Так вот прикольно, как на гладиаторе. А, это комната, это пасхальная? Ты чё, Инарт, ты чё здесь бегаешь? Это, конечно, понимаешь, что это твое место с Автоном, но ты подвинься, дай выйду-то. Вот вы жирные. Это он, а я худой чуть-чуть. Так, Димончик полез туда. Мы не можем найти, еще двух человек надо искать. Как же они так спрятались, Димас? Как вы вдвоем с кем-то спрятались? Очень надежно. Ну мы читеры. Так, давай двигайся. Инардушка. Так, пацана, тут нету. У тебя такая же, как и ты весь, проволочная. Так, я полез в вентиляционную. Так я тоже, Дима, не вижу этого пацана. Какого?
Ну, которого вы ищете? Кого мы ищем? А кого вы ищете? Ну, мы ищем тебя и еще какого-то человечка. Ну, вот этого же человечка тоже не могу найти. А, да. Ну, ищи тогда, помогай нам. Ну, я так за люстру, я его, Диман, за люстру ищу. А, его нашли. Отлично. Димас, ты остался. Ну все, давайте, профессионал запрятался. Самая хитрая жопа. Нет. Серьезно? Да. Ты очень хитрый, очень жопа. Где ты спрятался? Диман, я уверен, что все знают, где я запрятался, один ты не знаешь. Угадай, почему все знают, один ты не знаешь. А что они тебя не съели тогда? Ну это я не знаю. Подумай. В туалете, что ли, прятался? Ну, тут нет туалета. Мне интересно, если у тебя логика есть, ты догадаешься. Хорошо, спасибо. Так, так, так. Наверное, ты в аниматронике где-то сидишь каком-то. Дима, не разочаруй меня. Чипокабра. Где ты прячешься? Вот логически подумать. Они меня все видели, а ты один не видел. Почему? Значит, я там не был. Почему ты там не был? Подумай. Я что, везде бываю, что ли? Ну почему ты один там не был? Просто подумай логически. Потому что я не сдыхал. Ты Чебурашка. Димон, просто я подвел тебя к этому. Ребята, ставьте лайк, если вам понравилась логическая цепочка. Да, кстати, некоторые могли не додуматься до этого. Ну, напишите в комментариях, догадались вы или нет. Блин, это, конечно, прикольно, Дима. Только как я туда зайду? Жопа подотри, выбегай. А! Ах, он читил. Нет, нет, ты убил своего. Да ты нас уже всех поубивал, слышь, добряк. Самый добрый, я смотрю. Блин, нет, не убили, не убили. А я бегаю с фонариком. Именно ты и убил меня, ну ты красавчик. Никого не вижу, вы где все? Смотрите, тебе кого помогает. Тебе помогает аж Circus Baby. Ничего себе. Короче, а я возьму нормального аниматроника человеческого. Понял. Не ползучего, да? Уже ходячего. Очень быстрого. Очень. Этот аниматроник может убить 10 тысяч человек за одну секунду. Ты пока еще никого не убил. Ну я, да, не могу найти ни одного 10. Из 10 тысяч ни одного не могу. Убить за одну секунду можешь, а найти надо тебе долго, надо искать. Я найду, я псих, ай. Психи быстро находят, согласен. Ну вы пока вдвоем. Так, есть Кэт Макс. А, Кэт Макс. Уже 3 аниматроника и 4 выживших. Диман, мы это сделаем, я чувствую пятой точкой. Это вы сделаете, а я не хочу ничего делать. Я хочу жить. Кого ты чё такой жизнерадостный, собакакс? Диман, у него очень много жизни, так нечестно. Ого, я так не могу много раз сжать, ещё 19 раз. Ещё 19 раз. Ну там было написано, Димон. 19 раз нажмите, и он умрет. 19 тысяч хп у него было? Да. А, ну ладно. Так, блин, это так, очень я долго, смотрю, но я убил. Как муравьев тут разбежалось. Так, муравьи, идите сюда. У вас уже 5 аниматроников и получается 2 выживших только. Ой, блин, это наш же. Да. Это ты за Фокси бегаешь? Я Пикачу, я Дима спрячусь. В курсе, да? Нет. Я еще живой. Я еще живенький. Я еще очень живой. Диман, у тебя 91 жизнь, а 1000. Я не буду 91 раз жать. Да все, ты меня убил. Это очень долго. Нашел его? Нашел. Где он? Он был за булумбоем здоровенным. А как мы его не видели? Мы же тут миллион раз проходили. Видать, кто-то не досмотрел. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!